В Америке есть тот, кто исполняет желания. Но только по одному на клиента. И кто же он? О.Г. Грант. Обычно его так зовут. Хотя может представиться и по-другому. Но негодяй просто не уловим. Легче найти Джина. 65, 64, 66 и 69. Никакой 60-й. Господи, наверное, сегодня ночь глупых выдумок. Парень в красной бабочке и с трубкой обезьяны исполняет желание. Да. Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Весу. Черт. Челюсть сломал. Прошу прощения, я вас не заметил. Не ушиблись? Вставайте. Все хорошо? Боже. Эй, ты. Мой велосипед. Простите, я вам заплачу. Черт подери. Проклятие. Мой костюм. Вот черт. У меня встреча в 11. Это катастрофа. Телефон. Это же моя жизнь. Черт. Говорят, случайности не бывает. Мне как раз нужен новый велосипед. Но мне-то точно такое не нужно, тем более сегодня. Именно сегодня. Как же я хочу, чтобы этого не случилось. Не случилось. Вообще. Это ваше желание? Вы желаете, чтобы этого не случилось? Еще как желаю. Как пожелаете, мистер Бейкер. Откуда вы меня знаете? Слушай, я должен успеть дать заявку до 12. Да, важно. Позвони Весу, пусть сбросит бумагу на факс в офис. Она должна... Говори громче, я не слышу. Некоторые сами не знают, чего пожелать. 5 дней на 158 миль. Есть время погоняться за мечтой. Да, Шарик? Ты за рулем. Хороший ответ. Морлоу. Законопослушный город. Население 6122 человека. Чуть более возможно, чем встреча с Лин. 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 Я здесь. Я здесь. Я вас вытащу. Я вас вытащу. Вы тут все лжете? Штраф $500 за неуважение к суду. Отвечайте на вопрос, судья. $1000 и 90 дней тюрьмы. Пристав, сержант, проводите мистера Коди в камеру. Спокойно, мальчики. Это динамит. Если кто-то сделает шаг, мы все взлетим на воздух. Господа, опустите оружие. Всем остальным сесть. Судья, засуньте палец себе в нос. Я не шучу, я смертельно болен и с радостью захвачу вас всех с собой. Судья, я сказал засунуть палец себе в нос. Слушайте, я его знаю, слушайте его. Дешевка. Ты первый. А ты красивее, чем я ожидала. Ты тоже? Постой, ты меня ждала? Конечно. Так всегда в сказках. Прекрасный принц спасает принцессу из темницы. В этом смысл посланий.
посланий? Рекламные щиты. Кстати, моя фамилия Линден. Я знала, что кто-то поймет. То есть это он так сказал. Кто? Оже Грант. Я загадала желание встретить своего парня. Хотя, зная, что придется год провести в тюрьме, то не знаю. Принцы ждали испытания и трудности, чтобы принцесса знала, что он достоин. Итак, мои ты прошел. А твои? Мои испытания? У каждого есть свой тест на совместимость. Ты режешь грейпфрут пополам или чистишь? Я чищу. Любимый мультгерой? Человек-паук. Пицца с тонкой или толстой коркой? Только с тонкой. Три из трех. Невероятно. Ладно, близкие контакты. Я бы улетела без вопросов. Что? Все как-то слишком идеально. То есть ты так хорошо, что даже не верится. Подожди. Видишь? Я не идеальна. Ладно, мне уже легче. Мне тоже. Публичное проявление любви строго по разрешению. Зажжете? Незачем. Вы оставили ее в мотеле, и я взял на себя смелость послать. Спасибо, мистер Конрад. Не за что, мистер Оливер. Вы Нил Оливер? Мне так понравилась ваша работа. Простите, пожалуйста, но у меня такое чувство, что мы встречались. Нет, ничего, у меня тоже чувство. Мне нравится. В ней есть душа, страсть. Я... Лин Линден. Я знаю. Я из Данвер Паблишинг. Мы издаем эстампы, постеры, книги. Да. Простите за назойливость, но вы бы не хотели написать серию мотелей, кафе, автозаправок в том же стиле? Я как раз об этом подумал. Мой брат очень талантлив. У него теперь все будет хорошо, у него большое будущее, у них обоих. Скажите, у вас ведь скоро день рождения? Откуда вы знаете? Не забудьте загадать желание. Фильм озвучен студией Инес по заказу Союз Видео.